всегда поражает, насколько у нас искаженное понимание социальной сети и мессенджера. Ну, собственно, вы догадываетесь, я говорю о Телеграме и ВКонтакте. Для чего, собственно, создавались изначально эти инструменты? Социальная сеть для того, чтобы вы делились с людьми, находили друг друга и делились своим мнением, общались, и все. А ВКонтакте это превратилось в анархистскую среду, где люди выкладывали пиратские фильмы и видео. То же самое, что как сейчас делается и в Телеграме. И хейтили друг друга. На самом деле экстремистская организация Facebook, да, это исключительно для общения, то есть для социальной связи. Поэтому она называется социальная сеть. А мессенджер — это просто, чтобы меняться сообщениями и не более. А то, что сделал Дуров из Телеграма, это кого-то привлекает, а кого-то, собственно, и нет. Мессенджер должен быть простым, как некоторые скажут, автомат Калашникова.